Всем привет, это канал Мирон Абдулла. Сегодня мы с вами посмотрим упражнение для позвоночника. У людей, у некоторых есть проблемы с позвоночником, особенно с верхним отделом, то есть шейная часть, шея. Когда человек сидит много за компьютером, то ему от неподвижности шею потом даже трудно повернуть резко. Поэтому нужны упражнения. Показываю упражнение, которое мне известно. Сейчас расскажу, как это будет. Это упражнение для шеи делается сидя. Можно на табуретке, на стуле, можно на бревне, как вот я здесь в лесу. Сначала идет растяжение, шлифовка и потом разминка. Вытягиваем руки вперед, тянем максимально вперед. Шею, голову толкаем вверх, вот сюда как будто бы толкаем. Вот так вот сидим и несколько раз. Раз, два, ну допустим три раза. Потом руки в стороны развели и тоже толкаем их вот туда, а голову вверх. Тянем, тянем, тянем. Второй раз. Третий раз, ну можно четыре раза, кто как. Потом вниз руки вот так, просто ладони. Вниз, тоже тянем, а голову вверх вот так вот. Раз, два, три. Все. Это мы сделали немножко растяжку. Вот в это место, это, чтобы здесь лучше было кровообращение. Теперь силовые упражнения. Чтобы мышцы шеи немножко так получили тонус. Складываем руки вот так, под подбородок и подбородком давим вниз. Раз, два, три. Конечно, можно по 4, по 5, кто как. Я по 3 раза делаю. Потом на затылок. И туда затылком давим. Раз, два, три. Затем одну ладонь щекой давим в ту сторону. Раз, два, три. В эту сторону. Раз, два, три. И на лоб. Лбом давим вперед, руками, естественно, назад. Раз, два, три. Мы растянулись, сделали силовые упражнения. Теперь начинаем шлифовку. Вот это упражнение мало кто знает. Рисуем носом, подчеркиваю, кончиком носа, рисуем цифры от 1 до 9. Можно иероглифы или любимые ваши картинки, цветочки и чего вы хотите. Главное, что это движение должно быть небольшое. То есть мы рисуем как бы на стене небольшой рисунок. И движения практически незаметны, но я их покажу немножко больше, чтобы вам было заметно. Итак, цифра 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В реальности это вот так вот делается. 1, 2, 3. То есть практически не видно движение, потому что оно очень маленькое. Это называется шлифовка. Ваши позвонки получают микродвижение и притираются друг к другу, чтобы у вас, так сказать, вы получили возможность потом лучше им двигать. Показываю более крупно. Движение носом. Рисую восьмерки. Очень маленькие. Их почти незаметно будет, но сейчас, может быть, будет видно. Вертикально. Вот это я показываю так, чтобы было заметно. Но их можно делать совсем чуть-чуть, вот так вот, буквально, вот-вот. Еле-еле, еле видно, вот так вот. Главное, чтобы у вас подвижность позвоночника получалась. Можно вращательное движение делать в разных плоскостях. В такой, в такой, в такой. И еще хочу добавить, когда вы делаете упражнения, старайтесь сделать так, чтобы вам то, что вы делаете, очень сильно нравилось. Тогда не нужно будет себя заставлять это делать каждый день. Потому что что-то хорошее вы будете делать с большим удовольствием. И как следствие, вряд ли бросите это занятие, потому что вам оно будет нравиться. Беру руки, сжимаю в кулаки. Лопатки сдвигаю максимально назад, чтобы они вместе аж прям там сдвинулись. Локти можно прямо держать, можно чуть-чуть ниже. Главное, чтобы у вас здесь натяг был. И вот в этом натяге вы уже делаете наклоны головой. Далеко у вас не получится, скорее всего. Вот, потому что все в натяг. И вот вы разминаете. У вас может быть похрустывание, может быть не будет похрустывания. Потом вниз, вверх, вниз. Подчеркиваю, что все должно делаться очень плавно, без резких движений. Потом просто поворот туда, 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 туда. Потом вращение головой вот так вот. Просто по часовой стрелке, против часовой стрелки. Вот так. Все. Вот, собственно, если делать это упражнение каждый день,
то вот и моя женушка, и я, мы получили улучшение. Я теперь, когда еду на велосипеде, не боюсь оглядываться резко и очень далеко. Совершенно спокойно. Могу вращать головой достаточно безболезненно. Раньше немножко так слишком резко голову поворачивать, я опасался. Еще могу подсказать одну вещь. Когда вот вы порисовали цифры носом, да, чтобы еще лучше была шлифовка. И как это вот я придумал, делать спираль, которая идет не в одной плоскости, а как бы вы ввинчиваетесь в пространство вот так вот вперед и назад. Но эти спирали можно делать разного размера, маленькие, большие. Главная задача – это получить как можно больше степеней движения для позвоночника, чтобы он получил максимальную разминку, при этом плавно, постепенно, шаг за шагом, с каждым днем немножко увеличивая и количество, и амплитуды. И тогда ваше, так как говорится, здоровье будет улучшаться прямо на глазах. Спонсором сегодняшнего ролика является нож Дятел 3. С вами был канал Миллион Абдулла. Подписывайтесь, ставьте жирные лайки. Вот, подписывайтесь, а здесь новый ролик смотрите. Надеюсь, вам это поможет. Мне это упражнение реально помогло. Здесь собрано все самое лучшее. Всем пока-пока.